Итак, наша поездка продолжается. Приехал я на курортный комплекс Орджоникидзе, имени Орджоникидзе. Да, вот тут снизу будет точное название, есть ссылочка, где я нахожусь. Вот. Здание заброшено, находится в таком печальном состоянии. Не знаю, вроде не работает. Но, судя по тому, как тут грязно, работать оно, по-моему, не собирается. Вот. Колонны красивые. В общем, здание красивое, парк хороший, большой. Можно приехать, погулять, просто посмотреть. Опять же, геолокацию снизу в описании. Смотрите. Место прикольное, советую, приходите, посмотрите. Вот. Но моя поездка все еще продолжается, сейчас поеду еще на одну локацию, покажу ее. Вот. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на звоночек, чтобы не пропустить следующее видео. В общем, ждите, сейчас будет еще интереснее. Доезжаем вот до этой остановки. Внизу будет ссылка и рекомендации, как до сюда добраться. В общем, я ошибся. Здесь даже экскурсии проводят. Это дача полковника Квитко.
Вот. Здесь есть экскурсии. Не знал даже этого. Просто прикольно. Очень прикольно место для диггеров. Вот. Можно пошариться. Особо, скажем так, делать тут нечего, тут просто заброшка. Прикольные фотки можно сделать на фоне заброшки внутри. Есть здесь какая-то крутая, сейчас внутри. Классное место. Приезжайте, смотрите, фотографируйтесь. Дождик начался. Пора домой. В общем, ребята, советую. Место крутое. Приходите, смотрите, фотографируйтесь. Пишите в комментариях, интересные были места, были ли вы тут, когда были в Сочи. Так что, а забрать? Попасть сюда можно, кстати, вот там, где я приехал на автобусе. Просто я пошел через черный вход. А можно зайти с главного входа. Так что, ребятки, вперед за новыми приключениями. Ну, а на сегодня, наверное, уже все. Поехал я домой, дождик небольшой начинается. Вот. Завтра будут еще новые места, так что
оставайтесь на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а на сегодня, наверное, все. Пока-пока.